Я думаю, не найдется ни одного даже совершенно конченного путиниста, который бы заявил, положа руку на сердце, что выборы прошли честно. Что мы сейчас видим? То, что люди собираются на площадях в той же Москве и выступают против этих фальсификаций, этих бросов, этого псевдоэлектронного голосования. Почему? Потому что люди голосовали за одну партию, выигрывает другая партия. И это предельно объективная оценка. И предложения звучат, что умное голосование, оно в принципе имеет правильную направленность. И направленность должна быть не только к избирателям, но и к кандидатам в депутаты. Когда кандидаты на округе видят, что есть оппозиционный кандидат более сильный, чем он, снимает свою кандидатуру, чтобы не растаскивать тот самый протестный электорат. И еще вопрос. Если есть партия, которая победила, есть масса населения, которая ее поддержала, ну где те толпы восхищающихся победой собственной партии? Ну где те самые сторонники Единой России, скачущие на площади, восхищающиеся? Где? Представьте просто на секунду, если победила, как многие мечтали и старались, что победила КПРФ, какое ликование было, какая масса населения вышла бы на улицы практически во всех городах нашей страны. А здесь где почитатели Единой России? Владимир Владимирович, где твои сторонники и почему они не вышли?